Получается, запускаю таких, опять же, почтовых голубей, то есть я рисую картинку, и она начинает путешествовать по городу. Я больше всего люблю робота-полицейского. И первого с котенком, и мертвого. Когда я ее рисовал, ко мне подошел ДПСник, чуть рисунку. Я говорю, ну, знаете, наверное, персонажа, говорю, вы приглядитесь, узнаете. Ну да, говорит, знаю. Ну ладно, говорит, Бог в помощь. Меня беспокоит проблема экологии в городе, и тем более такой вопиющий случай, когда там людей просто травили, и детей. Мне как-то это задело, хотя я в целом, наверное, далек скорее от какой-то политики или протестных движников каких-нибудь. Естественно, меня, как, я думаю, любого жителя Москвы, угнетает эта грязь на протяжении, там, наверное, там, 5 месяцев, да, из 12. Это мой способ как-то пробиваться через нее. Не знаю, может быть, я таким образом делаю ее более заметным, кто-то обращает на это внимание, может быть, кому-то, не знаю, станет неловко, что у нас такая грязища из тех, кто может действительно с этим что-то сделать. Дорфе. Тоже порисовал на тачках грязных, но грязь мне пришлось самому делать. Там-то не особо с этим разгуляешься.